Я всегда призываю, я всегда за здоровый образ жизни. Вот. А это уже и занятия спортом, и правильная еда, и правильное питание. Вот. И сейчас то, что мы говорили, что все-таки Министерство спорта и правительство все-таки огромное влияние уделяет бесплатным занятиям. Все, что касается ветеранов, пенсионеров, огромное количество залов, где существует занятия ветеранов. У нас в Московской области практически в каждом большом муниципальном зале это все есть. И с ними занимаются. Это лишнее общение, это лишняя беседа, это то воспоминание, о чем они уже забыли. Вот. Это наставление о правильной еде, это наставление о правильном приготовлении пищи, это выполнение, как выполнять правильные упражнения. Ты знаешь, это жизнь, это целая история. Я всегда хотел снимать картины, связанные со спортивным залом, когда девочки молоденькие, симпатичненькие приходят общаться, и это я говорю про фартовые залы, значит, высекают там богатеньких каких-нибудь старичков, мужичков. Ага, а мужички богатенькие, старенькие такие возрасте приходят снимать и обращать внимание на молодых девочек. Это, ты знаешь, это такая замутка, разные сословия, разные истории. Это очень интересно.